В ФСБ заявили, что в Крыму якобы при поддержке спецслужб и Минобороны Украины активизируются радикалы и террористы. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников. Руководитель службы безопасности России считает, что украинские власти якобы перешли к активным действиям по подготовке диверсий в оккупированном Крыму. Также он напомнил, что его сотрудники за последнее время задержали две группы якобы украинских диверсантов. Напомним, по данным ООН, за период оккупации Крыма в российские тюрьмы с территории полуострова было выведено 2200 заключенных украинцев. Двое из них погибли из-за неоказания медицинской помощи. Еще двум грозит та же участь.